И всем-всем привет, ребята, вы на канале Бипиксель, с вами, как всегда, Андрей, и сегодня мы с вами нарисуем Кольта из Бравл Старс по вашим, ребята, многочисленным просьбам, потому что все ваши комментарии я всегда читаю, ставлю лайки в течение 24 часов, если видео выходит, то я всегда стараюсь прочитать все комментарии, которые в течение этого времени мне пишут, и, естественно, жмакаю лайки и смотрю, что вы больше всего хотите. Я множество комментариев заметил с надписью Кольт, поэтому, ребята, приступим сегодня рисовать Кольта. Окей, в общем, ребята, погнали! Погнали. Я открываю вот этот вот огроменный здоровенский блокнот, листик. Он у нас будет занимать 45 клеточек по горизонтали и 54 клеточки по вертикали. Он будет примерно вот такой вот огромный здоровенский. И, наверное, давайте-ка приступим его рисовать примерно вот здесь, вот посередине. Да, посередине мы его будем рисовать, посередине этого листика, потому что он у меня точно здесь не поместится. В общем, ребята, приступаем рисовать нашего Кольта. Так, листик аккуратненько достаем, самое главное. Так, еще раз его вот так вот развернем. Сейчас, одну секундочку, подождите-ка, не спешите-ка. Вот так вот. И приступаем рисовать, как я уже повторялся, сверху. Сначала сверху. И начну-ка я, наверное, его прям вот с вот этих вот верхних клеточек, потому что я думаю, он может не вместиться. Окей, ладно, ребята, погнали. Погнали, я беру черный фломик, черный фломастер. Тут как бы белый, да, но мы будем рисовать черный. Так сказать, off-white. Окей. Сверху мы сразу ставим 7 клеточек. Да, кстати, ребята, если не повторил, повторяюсь. Он у нас занимает, наш рисунок занимает 45 клеточек по горизонтали и 54 клеточки по вертикали. Поэтому запомним об этом. Поехали. 7 клеточек ставим сверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И сразу же приступаем закрашивать. Вот так вот хорошенечко. Отлично. Теперь, ребята, на низ ставим сразу же 4 клеточки. Вот здесь вот. Раз, два, три, четыре. Вот таким вот образом, вот такой вот лесенкой. И да, ребята, если вы вдруг не будете за мной успевать, то всегда нажимайте на паузу. А потом дорисовывайте и продолжайте рисовать вместе со мной. Обязательно. Окей, ребяточки. Далее я теперь на низ ставлю, ребята, 3 клеточки. Раз, два, три. И эти 3 клеточки я, естественно, стараюсь закрасить. Далее теперь еще раз 3 клеточки. Раз, два, три. И еще раз стараюсь их закрасить. Окей, теперь, ребята, давайте к этой стороне перейдем. Тут у нас ставим всего лишь раз, два, две клеточки. Тут было 4, тут всего лишь 2. Тогда закрашиваем. И тут тоже, естественно, закрашиваем. Теперь на низ пойдет у нас 2 клеточки. Вот так вот. Раз, два. Закрашиваем. Теперь на низ еще 2 клеточки. Раз, два. И еще раз, естественно, закрашиваем. Далее тут ставим всего лишь одну клеточку. Вот так вот, ребята, видите, 2, 2, 2 и 1 клеточка всего лишь. И на низ теперь пойдет 4 клеточки. Вот так вот, 1, 2, 3, 4. Так вот, тут, тут, вот так, и все, и закрашено. Отсюда, ребята, в бок у нас пойдет 2 клеточки всего лишь. Вот так вот, тоже их закрашиваем. Тут поставим 1 клеточку. В бок у нас пойдет сразу 1, 2, 3, 3 клеточки. Тут поставлю 1, 2, 3, сразу же вот так вот. Есть. Далее ставлю тут 1, и тут еще 1 клеточку. Так, тут закрасили, тут закрасили. Да, ребята, всегда будьте внимательны на рисовании пиксель-арта. На самом деле кажется, что все просто, но на самом деле это не так уж сильно и просто, потому что многие из вас ошибаются. Понятно вам? Окей, тут бок 2 клеточки. И наверх пойдет 1, 2, 3. И да, когда я читаю вот эти комментарии, там, где вы пишете, у меня не получилось, или же маркером, я рисовала маркером, и у меня прорвался листочек, то, ребята, мне вас становится супер сильно жалко, потому что я знаю, насколько вы стараетесь и насколько вы вложите силы в каждый рисуночек свой. Поэтому, ребята, старайтесь и, в общем, просто старайтесь. Вы также можете рисовать не только фломастером, но и карандашами, чтобы не рвать ваши листики, окей? Ребята, говорились? Ладно, все, продолжаем рисовать. Что-то я слишком заговорился с вами. Окей, ладно, ставим раз, два, две клеточки всего лишь здесь. Вот так вот. И ставим всего лишь одну клеточку. В бок у нас пойдет раз, два, две клеточки, и их мы, естественно, закрашиваем вот так вот. Тут мы теперь ставим раз, два и три. Вот так вот. Одна клеточка, вторая клеточка и третья клеточка. На низ пойдет у нас раз, два, три, три клеточки. Так вот аккуратненько. Вот здесь вот, ребята, теперь переходим вот сюда вот. Тут поставим раз, два, три, три клеточки сразу же опять. Тут мы соединяем раз, два, три тоже. Вот так вот. Тут у нас на низ пойдет раз, два, три, три клеточки. Вот здесь вот, вот таким вот образом. А тут пойдет целых раз, два, три, четыре, четыре клеточки. Вот так вот аккуратненько тоже закрашиваем. Тут ставлю раз, два, три клеточки в бок, одна, вторая и теперь третья. На низ пойдет также раз, два, три клеточки. Тут поставлю раз, два, три клеточки тоже вот так вот. На низ отсюда пойдет раз, два, три, четыре клеточки вот таким вот образом. И тут поставлю раз, два, три. Тут получается две вот эти вот пойдут, которые я закрашиваю, и вот это вот всего лишь одну клеточку. И в бок пойдет у нас вот здесь вот две клеточки, раз, два. Вот так вот, ребятишечки, вот так вот. Так, далее, ребят, наверное, я скорее
скорее всего, еще здесь поставлю. Тут как бы будет у нас пистолет же у него идти. И мы тут нарисуем сейчас пистолетик. Пистолетик у нас рисуется вот таким вот образом. В бок у нас пойдет две клеточки. Вот так закрашиваем. Теперь наверх пойдет у нас тоже две клеточки. Вот эту часть тоже закрашиваем. Теперь в бок у нас пойдет еще раз две клеточки. И еще раз закрашиваем. Вот так вот. И тут поставлю одну клеточку всего лишь. Тут поставлю всего лишь еще одну клеточку. На низ пойдет раз, два, две клеточки. Две клеточки эти обязательно закрашиваю. Тут ставлю одну клеточку. Тут ставлю еще одну клеточку, ну, пониже, да? И третью клеточку обязательно. Две есть. Теперь третья тоже должна быть у нас. Если ее не будет, то рисуночек, естественно, плохо получится. Да? И мы вообще запутаемся, но мы не запутаемся. Окей, ставим тут, ребята, теперь на низ. Вот это клеточки. Видите, вот под центральная клеточка из трех клеточек, центральная клеточка. Мы ставим на низ две клеточки. Вот так вот. Раз, два. Две клеточки поставили и, естественно, закрасили. Тут мы поставим всего лишь одну клеточку. И на низ пойдет три клетки. Вот так вот. Раз, два, три. Вот эти три клеточки закрашиваем. И далее у нас пойдет одна и вторая клеточка. Мы эту одну закрашиваем. Теперь эту вторую закрашиваем. Отличненько, суперски, классненько. И теперь мы в бок пойдет у нас две клеточки. Вот так вот. Раз, два. Так, есть. Хорошо, хорошо. Ребята, не забывайте нажимать на паузы. Хорошо? Супер. Да, вообще классненько и суперски. Теперь, ребята, наверх пойдет у нас 4 клеточки. Вот здесь вот 1, 2, 3, 4. Мы вот так вот бам, закрашиваем. И вот эту часть тоже закрашиваем. И суперски классненько получается. Далее мы ставим здесь всего лишь одну клеточку. И на низ у нас пойдет так сразу 3 клеточки. Вот так вот 1, 2, 3. Как бы тут 4, тут 3. И тут мы поставим 2 клетки. Вот так вот, смотрите. 1, 2. Отличненько, отличненько. Просто суперски и супер классненько. И супер крутотенчески и супер... обалденческие. Так, ладно, ребяточки, ставим здесь наверх две клетки. Вот так вот. Раз, два. Тут одна, тут вторая, естественно, будет. И теперь мы вот тут вот ставим две клеточки. Тут, да, вот такие две клеточки у нас всего лишь пойдет. Мы эти две клеточки закрашиваем. Вот в этой части. Так, далее, ребят, мы теперь вот отсюда вот ставим на низ целых... Ну, в общем, давайте поставим, и я скажу, сколько мы ставим. Вот так вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть клеток, в общем, тут идет, ребят. Мы эти шесть клеточек закрашиваем. Тут мы ставим, смотрите, с этой стороны и с этой стороны по одной клеточке. Тут одна клеточка, тут еще одна клеточка. Вот так вот. И мы в бок пойдет у нас, ну, наверх, точнее, не в бок, а вот именно в бок наверх, точнее. И тут одна клеточка, в общем, и тут мы две клеточки ставим. Вот так вот. Вот таким вот образом, вот таким вот делом. Далее на низ мы, ребята, ставим тут две клеточки, вот здесь вот. Тут у нас поставим одну клеточку всего лишь. Ну и давайте тут тоже поставим, чтобы нам не казалось уж таким простым действием. Тут мы ставим на низ, ребята, вот отсюда вот. Вот отсюда вот, четыре клеточки. Раз, два, три, четыре. Обязательно закрашиваем, вот так вот четыре клетки. Тут мы поставим две клеточки, раз, два. Ну вот здесь вот, да. Прям у меня прям так западает сюда, это просто кошмар какой-то. Окей. Тут мы закрашиваем вот эту часть. Далее мы ставим здесь еще одну клеточку. Вот тут вот. И теперь, ребята, подождите-ка, давайте тут продолжим. Тут мы ставим, смотрите, вот отсюда в бок две клеточки. Вот так вот. Раз, два. И тут мы дали раз, два. И тут еще два. Две клеточки. Вот, в общем, по две клеточки получается шесть клеток здесь везде идет. В этом ряду. Вот так вот тут чуть поправим. И вот, ребята, смотрите-ка, вот сюда вот, мы, отсюда пойдет у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть клеточек, шесть клеток всего лишь, вот здесь вот. Так, ребята, я, в общем, хочу равномерно его рисовать, поэтому я буду рисовать уже отсюда, сюда подставлю, чуть-чуть настрою больше камеру, ой, вообще классненько. Тут мы, ребята, поставим две клеточки, раз, два, вот в этой части. Здесь мы поставим раз, два, три, четыре, четыре клеточки, вот так вот. Тут мы поставим раз, два, три, три клеточки. А здесь будет вот так вот. Да, ребята, я читал, что многих вас раздражает, когда делаю вот так вот. Поэтому напишите в комментариях, вот так вот надо говорить или не надо. Потому что мне лично это привычно и удобно. Не знаю, как вам. Я думаю, тоже вы когда рисуете, вы тоже говорите вот так вот. Ладно, проехали эту тему. Ставим тут еще три клеточки и закрашиваем. Вот так вот. Тут в бок у нас. Опять сказал вот так вот. Так, ладно, будем стараться не говорить вот так вот. Окей, в бок у нас пойдет три клеточки. Раз, два, три. Мы эти три клеточки, естественно, так вот закрашиваем. Тут мы ставим всего лишь одну единственную по центре клеточку. Наверх у нас пойдет две клеточки. Закрасили. И теперь мы до самого конца, отсюда до сюда, точнее, вот так вот, вот вообще просто идем. Вот так вот, ребят, даже не считаем. Вот дошли вот до сюда и, естественно, закрашивали. Закрашиваем. А то я, конечно же, не считал. Я не считаю. Зачем? Зачем считать? Потому что тут есть... Вот эти все штучки.
Мы прям на уровень выходим. Ребяточки, теперь мы ставим здесь вот раз, два, две клеточки. Здесь ставим одну клеточку. Вот так вот закрашиваем. Отличненько просто. Далее ставим здесь две клеточки. Есть. Теперь мы поставим здесь две клетки еще раз. И тут поставим раз, два, три. В общем, три клеточки закрашиваем. И две клеточки тоже, естественно, закрашиваем. Тут мы ставим две клеточки в бок. Раз, два. Ну, вот здесь вот, да. Так, давайте чуть навыше, повыше, повыше подымемся. Так, не расфокусировались здесь. Давайте же фокусируйтесь теперь. Теперь мы ставим здесь одну клеточку. Вот тут вот. А здесь наверху у нас пойдет целых три клетки. Раз, два, три. Вот эти три клеточки мы закрашиваем. Тут мы ставим всего лишь одну клеточку. Вот здесь. И здесь бок у нас пойдет целых четыре клеточки, ребят. Раз, два, три, четыре. Закрашиваем эти четыре клеточки. Далее у нас пойдет здесь наверх тоже четыре клеточки. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. Закрашиваем. Тут мы ставим всего лишь одну клеточку. Вот здесь. В бок наверх пойдет так вот две клеточки. Теперь в бок у нас пойдет 6 клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, тут эти есть клеточки. Здесь тоже мы закрашиваем. Тут у нас теперь пойдет две клеточки. Вот так вот. Тут ставим всего лишь одну клеточку. Так, тут у нас идет пистолет. Второй пистолет у нас идет. На низ пойдет 4 клетки. Раз, два, три, четыре. Здесь мы, ребята, поставим вот напротив, вот примерно здесь через одну клеточку дополнительную. Тут в бок у нас пойдет две клеточки. Раз, два. Теперь вот здесь вот раз, два, три, три клеточки. Отлично. Тут теперь на низ две клеточки. Так, раз, два. В бок у нас пойдет раз, два, и тут одна. Раз, два, и тут одна. Так, есть. Тут две клеточки. Наверх, так сказать. Теперь здесь одна, и здесь еще одна. Так, так вот это одну, и вот эту тоже одну закрашиваем. Вот таким вот образом. В бок у нас теперь пойдет 4 клеточки. Раз, два, три, четыре. 4 клеточки закрашиваем. Тут одна клеточка, когда 4 клеточки закончились. Наверх у нас пойдет еще раз 4 клетки. Раз, два, три, четыре. Вот здесь вот. И здесь 2 клеточки. Так, отличненько. И тут мы вот так вот соединяем, ребят. Раз, два, три. Тремя клеточками. И здесь две клеточки на низ. Так вот, раз, два. Получается, закрашиваем эти все клеточки. Есть. А отсюда у нас пойдет раз, два, три. Три клеточки мы закрашиваем. Наверх две клетки. Раз, два. Тут поставим одну клеточку. Тут ставим раз, два, три, ребята, клеточки. И в бок у нас пойдет целых 4 клетки. Раз, два, три, четыре. Вот так вот, ребята, это мы нарисовали. Чтобы мы не запутались, я вам сейчас покажу. Что мы дальше? Мы просто вот эту линию будем продолжать сейчас рисовать. Только я сейчас скажу, сколько это клеточек займет. Но пока мы закрашиваем вот эти вот 4 клеточки. Так, на низ у нас пойдет, ребята, 3 клеточки теперь. Раз, два, три. Вот эти 3 клеточки закрашиваем. Опять, ребята, чуть-чуть наверх у нас пойдет. В бок 2 клеточки. Раз, два. И тут 1 клеточка. В бок 2 клеточка. И 1 клеточка на низ. Все как бы очень-очень сильно просто и легко. Тут мы поставим 2 клеточки. Далее у нас здесь пойдет 4 клеточки. Раз, два, три, четыре. Выравниваем здесь, чтобы было все аккуратненько. И вот так вот 4 клеточки закрашиваем. Вот так вот, отлично. Теперь у нас здесь пойдет 2 клеточки. Раз, два. И здесь у нас пойдет еще 2 клеточки. Раз, два. Так, чуть в бок уйдем сюда. Далее, ребяточки, у нас наверх пойдет целых раз, два, три, четыре, пять, шесть, 6 клеточек. Мы эти 6 клеточек здесь закрашиваем. И здесь мы ставим, ребята, всего лишь 2 клетки. Вот так вот, раз, два. Окей, теперь дальше идем продолжать рисовать вот эту вот всю оставшуюся часть, остальную часть. Ставим вот здесь вот, ребяточки, 5 клеток. Раз, два, три, четыре, пять. Как бы здесь через одну клеточку пропускаем, да? Так, подождите, я тут не закрасил. Вот теперь закрасил. Тут ставлю всего лишь одну какую-то жалкую, никому не нужную клеточку. В бок у нас пойдет 2 клеточки. Раз, два. Здесь поставим всего лишь одну клеточку. Здесь поставим раз, два, три, три клеточки. В бок у нас пойдет 2 клеточки. И здесь у нас пойдет раз, два, три, четыре. 4 клетки. Отлично, ребят. Далее мы здесь ставим 2 клеточки. На низ пойдет целых 4 клеточки. Раз, два, три, четыре. В общем, вот здесь вот, ребята, где было 4 клеточки, на низ ставим целых 5 клеточек. Раз, два, три, четыре, пять. Эти 5 клеточек мы закрашиваем. И теперь ставим на них целых 3 клетки. Теперь раз, два, три. И как вы видите, ребята, у меня рисуночек, вот он здесь будет заканчиваться. И как вы видите, отсюда вот отсюда прям занял весь листик. Класс, да? Прикольно. В бок у нас пойдет всего лишь 4 клеточки. Раз, два, три, четыре. Мы эти 4 клеточки вот здесь вот закрашиваем. Наверх у нас тоже пойдет раз, два, три. 3 клеточки. А нет, давайте поставим лучше 4. Вот здесь 3 и лучше 4. Да, будет, мы возьмем немного повыше, так сказать. Будет вообще класснее. Я думаю, да.
Да, вот 4 клеточки. Вместо 3 лучше 4 поставьте. Вам всего лишь одну клеточку добавить. Вам будет, я думаю, несложно добавить 4 клеточки. Здесь мы пойдем, наверное, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 клеточек до самого конца. Вот здесь вот сделаем. Вот так вот. Отлично. В бок у нас пойдет целых 5 клеток. 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы поставим одну клеточку на конечной 5 клеточке. И вот эту часть тоже закрашиваем. Вот так вот. Отлично. Отличненько. Тут у нас пойдет 2 клеточки. 1, 2. Мы эти две клеточки закрашиваем. В бок у нас пойдет еще раз две клеточки. И тут одна клеточка. Так, две клеточки. Ой, точнее, одну клеточку. Тут две. Тут теперь одна, тут теперь еще одна. Вот это одна и теперь еще одна тоже закрашиваем. И наверх ставим целых две клетки. Вот так вот, ребята. Отличненько. Просто пушечно. Вот здесь, где мы нарисовали. Вот здесь на одну клеточку наниз опускаемся. Ставим тут одну клеточку. Теперь поставим тут вторую клеточку. Вот тут закрашиваем. Тут ставим всего лишь одну клеточку и в бок 2-3 клеточки. Пускай будет 3 клеточки. Вот это закрашиваем. Теперь, ребята, непосредственно переходим к его лицу, а точнее к его глазам. И вот здесь у нас идет 3 клеточки. Сейчас давайте я вам чуть-чуть опущу камеру. И вот здесь вот видите, где идет 3 клеточки. Опять чуть-чуть в бок. Что-то у меня тут не получается. В общем, тут идет 3 клеточки. Видите, вот эти вот 3 клеточки идут. В бок у нас пойдет целых, ну, через одну клеточку. Через одну клеточку пропускаем вот здесь, где посередине. Ставим тут 1, 2, 3, 3 клеточки. Эти 3 клеточки мы закрашиваем, естественно. Тут мы поставим тоже 1, 2, 3, 3 клеточки, пускай будет. Вот так вот. И на низ вот здесь вот, ребята, ставим 2 клеточки. 1, 2. Так, это есть. Теперь с этой стороны, ребята, обязательно с этой стороны ставим тоже 2 клеточки. Вот так вот. И мы здесь, ребята, пропускаем целых 4 клеточки. Вот здесь 1, 2, 3, 4. И на 5 ставим 1 клеточку. И вторую клеточку вот таким вот образом. Тут мы поставим 1, 2, 3, 4. Сразу же 4 клеточки вот так вот. Отлично. И здесь мы ставим 1, 2, 2 клеточки. И прям супер. Теперь, ребята, мы пропускаем здесь 1, 2, 3 и на 4 ставим 1 клеточку. В бок у нас теперь пойдет целых 4 клетки. 1, 2, 3, 4. Эти 4 клеточки мы закрашиваем. Так, получается, глаза и рот у нас готовы. И теперь переходим непосредственно к разукрашиванию. Будем делать его еще более классным. В общем, ребята, я беру сразу же темно-синий цвет и закрашиваю темно-синим цветом вот здесь вот 3 клеточки. Здесь 3 клеточки, здесь всего лишь 2 клеточки закрашиваю темно-синим цветом. Именно темно-синий цвет. Нам понадобится еще синий цвет и голубой цвет. В общем, 3 вида цвета. Поэтому сфокусируйтесь на этом. Тут мы тоже закрашиваем темно-синим цветом вот эту часть жилетки. Отличненько. Далее, ребята, мы закрасим еще ему ботиночки темно-синим. Вот этот один ботиночек. И вот здесь еще один огромнейший ботинок. Только одно но, ребята. Одно единственное но. Возьмите желтый фломастер. И чтоб я не забыл, вот здесь вот ставим вот так вот две клеточки. Вот так вот, две клеточки. И вот эту вот часть ограждаем аккуратненько, смотрите-ка. Вот так вот, чтобы не зайти на них. И все остальное закрашиваем тоже темно-синим цветом. Вот так вот. Отлично. Тут, ребяточки, у нас пойдет темно-синим цветом. Вот так вот, 1, 2, 3, 3 клетки закрасим. Тут мы закрасим всего лишь одну клеточку. И здесь всего лишь одну клетку. С этой стороны мы закрасим 2 клеточки. И тут тоже 2 клеточки закрасим. Вот так вот. Далее, ребята, берем синий фломастер. Синий цвет. И синим цветом мы ставим вот здесь вот закрашиваем. Вот здесь вот закрашиваем. Вот эту часть закрашиваем. Вот это вот, да? И вот эту вот одну клеточку закрашиваем еще. Вот эту теперь часть прокрашиваем. Вот так вот, отличненько. И теперь прокрашиваем вот эту часть еще. Вот эту часть. Вот эту одну клеточку. И вот эту еще одну клеточку. Теперь, ребята, я беру голубой фломастер, голубой цвет. И закрашиваю голубым цветом ему вот здесь вот. Хотя он похож точно такой же, как этот. Ну ладно, нормально, нормально. Не расстраиваемся, не расстраиваемся. Теперь берем фиолетовый цвет. Фиолетовый фломастер, именно фиолетовый, темно-фиолетовый лучше взять и закрасить ему вот эту вот обувку, обувь. Вот так вот все мы это закрашиваем аккуратно. Ой, точнее не обувь, что я такое несу? Это же штаны. Обувь мы уже закрасили в темно-синий. Надо логику включать. Так, очень редко закрашиваем здесь все. Далее, ребята, теперь я голубым цветом ставлю вот здесь вот две клеточки. Вот здесь тоже две клеточки. Вот здесь тоже две клеточки. Вот этим две клеточки здесь. Теперь вот здесь вот две клеточки. И, естественно, вот здесь вот две клеточки. Так, так и так. И здесь закрашиваю вот эту часть. Теперь, ребяточки, я беру серый фломастер, серый цвет. Закрашиваю серым цветом вот здесь вот. Как бы посередине вот эти три клеточки. Также серым цветом я буду использовать вот здесь вот одну клеточку возле глаз.
И серый цвет я буду использовать вот здесь вот. Пропущу вот здесь вот две клеточки и здесь поставлю одну клеточку. Вот таким вот образом. Теперь, ребята, беру темно-коричневый фломастер и темно-коричневым цветом проставляю вот здесь вот одну клеточку. Здесь поставлю сразу две, закрашиваю. Это как бы мы уже рисуем ему его ремень, а это типа патроны. Иду, так, это есть, вот это тоже есть. И сейчас посередине мы закрасим все темно-синим. Темно-синий цвет, вот он, и мы ее тут закрашиваем вот эту часть, и вот эту часть тоже. Далее, ребята, темно-синим цветом мы поставим вот здесь вот две клеточки, вот так вот. Далее мы теперь поставим здесь две клеточки, тут мы поставим две клеточки. В бок у нас отсюда пойдет целых, ну давайте не будем считать, вот просто до самого конца, от сих до сих. Мы вот так вот тут закрашиваем, вот так, ой. А, кстати, мы же тут будем тоже закрашивать, что же я... В общем, две клеточки, ребята, тут тоже пропускаем, ставим тут раз, два, три клетки. Вот эти закрашиваем. Части. Вот эту одну клеточку тоже закрашиваем. И вот эту часть, вот отсюда вот, мы тоже закрашиваем. Тут ставим всего лишь одну синюю клетку. Далее, ребята, ну, темно-синюю клетку. Далее, ребята, переходим в эту часть. Тут ставим всего лишь одну клеточку, вот здесь вот. Темно-синюю, здесь мы поставим сразу две. Тут мы поставим тоже сразу две, ребята, темно-синие. Тут мы поставим две клеточки, тоже темно-синие. Вот так вот. Бок у нас пойдет раз, два, две клеточки. Наверх у нас пойдет одна, не на низ тоже по одной клеточке, вот здесь вот. Тут поставим всего лишь тоже одну клеточку. И тут вот, вот здесь вот, точнее, поставим две клеточки. Далее, ребята, теперь берем еще раз серый фломастер. Серый классический цвет. Если, ребята, уже у вас нету серого фломастера, то используйте обычный карандаш серый. В общем, серым цветом закрашим тут одну клеточку, закрасим здесь одну клеточку, теперь здесь одну клеточку. Теперь вот здесь вот одну клеточку, теперь вот здесь вот еще одну клеточку и еще одну клеточку здесь. Далее, ребята, серым цветом мы переходим вот на вот этот вот пистоламбас и ставим серым цветом вот здесь вот три клеточки. Вот так вот здесь мы вообще закрасим то все серым цветом, вот эту часть, трехугольничек этот. Тут мы поставим всего лишь две клеточки серые и все на данный момент. Теперь, ребята, мы берем светло-коричневый цвет или просто возьмите коричневый цвет, или же, если у вас нету светло-коричневого или просто коричневого цвета, возьмите коричневый карандаш. Тут мы поставим, ребята, с вами одну клеточку. Здесь мы поставим тоже одну клеточку. Здесь мы поставим тоже одну клеточку. И здесь мы поставим с вами еще одну клеточку. А здесь мы нарисуем нос. И мы поставим просто вот здесь вот такие две клеточки. И все. Вот так вот. Далее, ребята, я теперь беру бежевый фломастер. Бежевый цвет. Мы сейчас будем ему разукрашивать лицо и уши, естественно. Также части рук и пальцы. Вот здесь вот, где нажимают на курки. Но я вам скажу такое, что вы можете вместо бежевого фломастера, если у вас нет бежевого фломастера, использовать светло-розовый фломастер. Но у вас тоже его может не оказаться. Поэтому советую взять розовый карандаш. Розовый карандаш, то берите самой собой. Возьмите, если у вас нет розового карандаша. Оранжевый карандаш тоже, ребята, идеальненько просто подойдет, поэтому советую взять карандаши, если у вас нету фломастеров. Карандаши тоже супер идеальные, тоже супер классные. Я бы тоже ними рисовал, но просто вы не будете видеть, где именно разукрашиваю, понимаете? Камера не будет передавать карандаш. Поэтому я рисую фломастером, а вы карандашами, если у вас нету фломастеров. Окей. Так, вот тут мы закрашиваем одну клеточку всего лишь. Здесь мы закрашиваем сразу раз, два, три клеточки бежевым цветом. Мы сейчас ему рисуем телесные части, телесный цвет. Окей. Теперь мы здесь ставим две клеточки, раз, два, так вот закрашиваем. Здесь мы закрасим ему часть шеи, естественно. Сейчас мы перейдем, ребята, на лицо, только одну секундочку, мы еще закрасим вот здесь вот, вот эту часть руки. И, естественно, пальцы на пистолете, это обязательно, потому что как он может не стрелять пистолетом? Так, это есть часть тела. Теперь мы закрашиваем, ребята, ровно вот здесь вот две клеточки на пистолете. Далее мы закрасим вот здесь всего лишь одну клеточку. Вот здесь вот. Тут мы поставим одну еще клеточку. И тут еще одну клеточку. И мы переходим вот сюда, вот на эту часть лица. Мы вот здесь вот закрашиваем ровно три клеточки. Это одно ухо. Тут мы закрасим еще раз три клеточки. Это будет другое ухо. Так вот, так сказать, огородите. Теперь, ребята, мы ограждаем вот здесь вот глаз. Вот так вот. Тут мы тоже ограждаем глаз. Вот эти белые клеточки будем. На них не заходить.
ни в коем случае. И здесь мы ограждаем всего лишь одну клеточку, вот здесь вот. Вот на эти, вот на эту одну клеточку и на эти четыре клеточки ни в коем случае, ребята, вообще катастрофически не заходим. Мы можем зайти, но исправить тут корректором, если вдруг случится такое, что мы зайдем. Хорошо? Так, тут мы закрашиваем две клеточки. Тут закрасим всего лишь одну клеточку. И вот эту часть тоже продлеваем. И вот эту часть, ребята, мы тоже не закрашиваем. Вот эти вот три клеточки, одна, вот эта клеточка, вот эти две не закрашиваем. Но вот эту всю остальную часть лица мы полностью закрашиваем нашим телесным цветом. Либо фломастерами, либо карандашами, как я уже повторял. Если вы не поняли, что я говорил, то перемотайте и посмотрите заново. И лайки не забудьте поставить. И да, ребята, обязательно предлагайте свои самые крутые идеи в комментариях. Обязательно, просто я же для вас рисую. Поэтому предлагайте и говорите, что вы хотите. И я с удовольствием для вас это нарисую. И обязательно, ребята, пролайкивайте комментарии других участников, других подписчиков, других пиксель-арт-менов или пиксель-арт-герлс или пиксель-арт-принцесс. В общем, ребята, обязательно подписывайтесь тоже. И, естественно, участвуйте в комментариях. Я все ваши комментарии читаю в течение 24 под каждым видео. В общем, я вылаживаю комментарий. Ой, вылаживаю комментарий. Я вылаживаю видео, да, ребят? А потом в течение 24 часов я захожу на это видео и смотрю ваши комментарии, читаю их и ставлю лайки, если комментарий действительно хороший, если там написано, что нарисовать и все остальное. Поэтому, ребята, я обязательно лайкаю. Но если это хороший комментарий, понимаете? Окей, в общем, мы закрасили вот здесь вот. И у нас лицо уже такое вот готово. Вот так вот наш мэн уже вылет из высоты. Посмотрите, насколько он крутотейший, просто классный, крутой. Теперь, ребята, мы с вами берем синий фломастер, синий цвет. И синим цветом мы закрашиваем вот здесь одну клеточку. Далее мы закрашиваем вот здесь вот эти три клетки. Теперь вот здесь одну клеточку. Вот эту, естественно, всю часть посередине. Вот тут и вот здесь вот. Далее, ребята, мы здесь еще две клеточки закрашиваем. Тут всего лишь одну закрашиваем. Тут всего лишь сразу две вот так вот закрашиваем. Тут у нас пойдет, ребята, до самого конца вот эту часть закрашиваем. И вот эту вот часть, вот эту оставшуюся, тоже мы закрашиваем синим цветом. Вот так вот есть. Теперь с этой части, но у нас тут идет белая ручка, поэтому мы ее, естественно, не закрашиваем, белую ручку пистолета. И вот здесь вот мы, ребята, закрашиваем. Сразу вот эту вот часть ограждаем. Вот эту часть до сюда. Вот эту часть точно мы закрашиваем. Сейчас, подождите, я дорисую. Вот, вот, нажимайте на паузу, дорисуйте вот эту часть. Также мы ставим раз, два, три, три клеточки здесь. Тоже эти три клеточки закрашиваем. И закрашиваем вот эту часть, вот эту и вот эту вот. Теперь тут, теперь здесь. И теперь вот здесь вот. Вот так вот. Отлично, ребята. Вообще классно получается. И нам осталось нарисовать всего лишь его коронные, красивые, козырные, шевелюрские волосы. Поэтому приступейшинг, начинейшнс, рисовейшнс. Окей. Я беру, ребята, сначала розовый фломастер. Возьмите просто розовый цвет. Советую вам взять розовый цвет. Мы нарисуем ему такой вот блик от волос, чтобы они не сливались и вместе. Мы вот здесь вот поставим две клеточки. Вот так вот закрасим их. Далее мы поставим здесь одну клеточку. Теперь здесь одну клеточку. Далее мы поставим здесь еще одну клеточку. Да, да. И еще на низ вот так у нас пойдет две клеточки. Тут раз, два. Так, две клеточки. И теперь здесь тоже две клеточки. У нас получается вот таким вот образом блик из розовых клеточек. И далее, ребята, мы все закрашиваем красным цветом. Поэтому погнали. Только аккуратно вот эту вот часть ограждаем все. Вот так вот. И закрашиваем волосы, в общем, ребят. Поехали, поехали. Вы можете подождать, пока я закрашу. А потом просто сами тоже начинать закрашивать и видеть, где это все закрашивается. В общем, погнали, ребят. Закрашиваем так, вот эту часть. Теперь эту половину волос мы здесь вот закрашиваем. Теперь вот тут вот. Вот тут вот эти тоже, ребята, две клеточки закрашиваем здесь вот. И вот это вот все оставшуюся шевелюру. Только надо быть тут возле уха. Возле уха, ребята, очень-очень поаккуратно. Так вот есть. И вот здесь вот. Прям хорошенечко закрашиваем, закрашиваем. Только вот эту вот белую клеточку не трогаем, вообще никак не трогаем. Вот эту часть закрашиваем, а вот эту вот беленькую не трогаем. И, ребята, у нас получается вот такой вот крутотейший в мире кольт. Выглядит он супер-супер классно, супер круто и очень-очень красиво. Если он вам, ребят, нравится, то, естественно, жмакайте ваши лайки вот такие вот. Подписывайтесь обязательно на канал. Ну, а на этом все, ребята. Всем пока и до скорой встречи. Всем покидоки, всем покидоки. Пока!